Тем временем идет разборка взорвавшегося дома. Что самое печальное, что здесь погибли люди. И немало. Наконец-то начали его разбирать. Жильцов отселили. Многие из них до сих пор имеют проблемы с поселением. Хотя власти утверждают, что всех поселили, у всех все хорошо. Хорошо, да не очень. Здание было укреплено для того, чтобы можно было безопасно его разбирать. Здание, конечно, разберут дом, но погибших, к сожалению, уже не вернуть. Вот такие вот у нас тут мероприятия происходят.